Слышь, синий, Фокс, пойдем. Пойдем, нам пора выбраться отсюда. Давай. Только не застрянь, я тебя умоляю, блин. Нужно затеряться в этих катакомбах. У меня есть еще есть волына. Можно кого-то ограбить по пути. Я так понимаю, ты молчун от природы, да? Понятно. Пойдем дурить мобовцев. Короче, слышь сюда. Мы новички, новобранцы. Вот только с академии, а ты мой друг дебил, который разговаривать не умеет. Тебя взяли только потому, что у тебя оценки высокие. Все, пойдем. Я залезть не могу. Слишком жирный. Hello, motherfucker. Ты ж подтолкни. Чел, лучше уходи. Лучше уже не будет. Смотри, я колдун. Давай. А ты можешь наколдовать так, чтобы эта срань померла? Ой, блин, уходим, слушай, ты че доколдуешься, блин. Добрый день. На улице не очень погода, да, как я понимаю? Ну да. Кстати, У меня к вам маленький вопросик. Конечно. Вы на улице продышать? Он со мной. Все, нет вопросов. Ну, нам уже расхотелось, мистер командир. Там не очень. В следующий раз вам нельзя на улицу выходить. У нас и желания нет, если честно, больше. Мы уже надышались на 2 года вперед. Ну, у нас хорошо, все в комплексе вроде. Только на 2-м уровне там ходит, а так все хорошо. Кто ходит? Рептилия. Так она ж была вроде наверху. Не знаю, я ее там видел. Она, наверное, почкованием уже начала размножаться. Наверное. Ну, пойдемте, мы ее затащим. У меня есть кулаки. Я одарен от бога, так сказать. Я ее забодаю. А, у меня тогда тебе вопрос, уборщик. Или ты необычный уборщик? Я самый обычный уборщик. Самый обычный уборщик. Точно? Там у него даже написано «шок». Ну ладно. У него даже табличка, знаете, написана серым шрифтом, как нередкий уборщик. Такой обычный, ваховской. Да, ну я понял. Даже не легендарный. Ты что такое за срань? Это кошак ваш? Вообще-то, я бери свои слова назад, потому что не кошак, а кошка-девочка. Ну ладно, хорошо, беру назад. Очень вы странно тратите бабки на вот такие проекты. Блин, тут половина денег ушла на подсветку. Да, нужно больше брони. Мне желательно танк. Это коробка. Это что, броня картонная? У нас единственный танк в комплексе, это Джиггернаут, наверное. Так он просто жирный. Ликвидатор. Он ликвидатор картошки, если только. Да хватит тут все вытирать. Грязно. Да я все равно потом буду ходить по помытому. А куда мы идем? Я лично пришел сюда только после академии, меня взяли исключительно за то, что я сын депутата. Ну ладно, я сейчас приду. В астрал ушел, как я понял. А, блин, реально ушел. В землю провалился, в ад. По рации слышу мок. Да, я тоже. А откуда у вас рация, извиняюсь? Мне выдали. Кто? Борщик, откуда у вас рация? Вот-вот. Ну мне выдали. Кто выдал? Даже мне не положена рация. Но я ее просто потерял, ладно. Не говори сюда больше. Не звони сюда, тебе в говно воняет. Я опять я застрял в ком-то. Ой. Он шпион. А что, блядь? Не, сука, раскрыли. Подожди, стой. Так это ты, наверное, на Хэллоуин нарядился, вы чё? По мне он заслуживает шанса на прощение. Нет. Хватит пол подо мной подметать. Думаю, почему такое лицо знакомое? Я его в Д-блоке видел. Я ему задам несколько вопросов и отпущу. Зная твои вопросы, лучше бы это были анекдоты. Могу анекдоты рассказать? Давай. Значит, появился в зоне черный сталкер. Черный сталкер, да, рассказывай ему. Ну началось. Ну мы идем или нет? Тут просто огромная буква error летает. А на сервере URF по промокоду AMSERG вы сможете получить офигенный бонус в виде кейса с крутыми подарками. 12500 бачей. Да нахуй мне этот YouTube теперь нужен? Ах да, ссылка на проект будет в описании. Это что такое, блин? Эй, чел, это что за херня? Я пришел по объявлению, что тут все заминировано? Я пришел по объявлению, короче, там он, я в кафешке до этого работал, смотрю, там объявление, набираем, значит, секретную группировку. Спасать мир. Во, я пришел. Готов работать. Куда идти, куда записаться? Просто иди там. Ну все, тогда я пошел, окей, без проблем. Почему тут буква error? Я по объявлению, добрый день. Я в кафетерии работал, смотрю, там написано, набираем спасать мир людей, 20 тысяч баксов. Я вас помню, кажется, я вас помню, вы на кого-то похожи. Да, ну, может быть, мой брат-близнец злой. Нахер он спрыгнул, блин. Боже, нас это дерьмо задавит сейчас. Это огромная буква error и не у дробовик, это нормально. Последний вопрос, ситхи или джедаи? Да, я Звездные войны не смотрел.
За вас это арестовать надо. Ну ладно. Вот меня эта кнопка error все-таки напрягает. Ее можно нажать? Что будет, если я нажму? Нажмите на нее, да-да. Мы не взорвемся? Она взорвется. Понял. Мы тут бэкрумс ищем, добрый день. А вот смотрите, берете вот так вот. Да блин. И в стенку лицом. Ну и не работает. Мужики, мужики, быстрей. Быстрей, бэкрумс. Входим в бэкрумс. Во дерьмо. Аккуратно, аккуратно, здесь будет это смерть. Бабайка? Я в смерть не верю, короче. Все. Если не верю, значит это не существует. Пошлите со мной, я знаю, где выход. Да мы только зашли. Вот и шо? Погнали. Помогите. Эррор, выйди. В человеке невидимом. Давайте замучим эррора. Давай, эррора. Я тебя расстреляю. Не надо, дядя, нет. Я хочу жить. Можно его? Я, короче, беру на себя ответственность. Бог помогай, Бог помогай. Бог не, помогай. Мы уже решили его замочить. А, ну ладно. Вот, а мне Бог помог. Ну ладно. Мы выбрались из бэкрумса. Нам положено 1000 баксов. Офицер, вот, да. Вот вам 1000 баксов. Давай, 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 давай. Ну, а если я вам дам что-то платеж получить? Задерживается. О, вот ой, даже 10, все. Я увольняюсь. Тихо-тихо. Что за срань? Опять я бэбра. Да, я обратно в буквах застрял. Чел. Да, говори, что вы творите, блин. О, ура! О! Я выбрался. Нам нужно войти в одну из этих дыр и выжить. Желательно. Я предлагаю, буквы идут первыми, они стопудово как бы, ну, неуязвимы. К аномалиям, оно само аномалия. Буквы, он... Добрый день, а рыцарь. Что за срань? О, Кайндеру! Ох ты! Я ненавижу. Сколько вас здесь? Он меня тоже сожрал. А за что вопрос? Добро пожаловать. Пошли в одну дыру. Я не пойду никуда, я тут умру, блин. Я тут буду жить. Пошли со мной, здесь выход. Бобрёнок. Точно? Здесь выход? Да. Девчонки вошли. Да ну нафиг, что, серьезно? А это кто вообще? Что это за срань такая? Во всем виноваты ноздри. Да ты, сука. Слышь, железный дровосек, ты можешь уйти нафиг? Я сейчас применю табельное оружие. Что ты делаешь? Кто-нибудь застрелите меня. Хорошо. Капец, ты храбрый. Я теперь во втором застрял. Слышь, командир, не хочешь уйти? Погнали, 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 погнали. Вот, он сюда. Дерьмо. Топой. Я выжил. Съела нафиг, заживала. Кто там двери ломится? Ты что за срань такое? Ух ты. Ты что за игрушка? А ну стой на месте. Бать, что это за телепузики? Стою, стою, стою. Все, стой, стой, и ты стой на месте, и ты стой на месте. Я сейчас шмалять буду. Ты ж мелкий. Что-то не получается. Скульптуру из тебя делаю, мамки. Вот твой. Школьники. Теперь ты в нашем братстве. Ох, ёлки. Теперь в нашем братстве. Кролик с кровью. А, не раздавило, нормально, живой. Да тебе ничего не было, ты же плюшевый. Все, вперед. Штурмуем комплекс. Да, я вижу, справа, 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 в лифте, сука. Бежал. Сука, мы сейчас в лифт зайдем. Да-да-да, давай. Я ему жопа. Великому. Давай, мочи его, мочи. Давай. Все, давай, давай. Армия наша будет расти. Вот это срань. Эй, меня забыли. Ему можно. Задержание со шестого. Ай, зашел. Ну ты красиво выглядел, ну за что? Я тут уборщика завалил. Иди сюда, я тебя завалю. Слышь, да идите сюда, тут уборщик, тут уборщик. Борщ. Давай, Элма, давай, можешь ты его превратить? Можешь. Да, сейчас станет еще больше. Блин, армия. Не, ну медведь воды просто жесть. Да, да. Нормально. Блин, мочи их. Ай, помогите, негры напали. Сириус, Сергиус, не надо, Сергиус. Поздно. Ай, не понимаю. Давай, превращай, превращай, не добивай. А, блин, против нас тут... Законтеймили, мрази. Переродились в докласс. Ну хоть не в тараканов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И колокольчик, и коммент обязательно.